Привет всем, друзья и гости моего канала. Сегодня мы прогуляемся по городу Сортавала. Дойдем до парка в Касалме. Там прогуляемся. Ну и по местным достопримечательностям пройдемся. Погода сегодня пасмурная. Обещают дожди. Но это не помешает нашей прогулке. Все эти дни погода была хорошая, солнечная. Походу дело накрапывать начинает. Но ничего страшного. Это не шприц, это фонарь. Вот, ах, спасибо, ладно. И плоско очень, и без стрижены. Получит Бога с другой стороны. И плоско очень, и без стрижены. Thank you.
пасмурнее и пасмурнее становится. В Сбербанк зайдем. Уже интересно внутри. Thank you.
хотя я мог спутать с Почтой России. По поводу печки. Ну-ну, по лестнице поинтересно тоже поднялся. Пожарная часть с каланчой. Он такой же нет. Гранида Гоголева сходила там за поворотом. Там красиво. Так. Идем на почту. Будем там искать печку. Я, наверное, специально прошу к 17. Вот, дождик начал накрапывать. Интересное здание такое.
Говорят, то, что еще в аптеке Невис есть камин. Надо сейчас зайти туда. Это уже наводил. Главное, чтоб не снесли. Печально. Дай бог, чтоб восстановили его. Прекрасное здание. Подшаманить. Вот это здание, по-моему, если память не изменяет, то детский интернат.
Да, так и есть. Дождик начался. Такие же столбики и в Выборге.
красивая архитектура. Турист. Старая тропинка. Второе здание.
Мы идем сейчас к ратуше, посмотрим, как реставрация идет. Дедушка Ленин. Смотрю, реставрация почти закончилась. Жалко, приблизить не могу. В другой руке зонтик. Написано: здание ратуши деревянное, 1885 год.
Ну, почти закончили. Ну, теперь направляемся в парк по Касалке. Дождик не хочет прекращаться. Пинская. Комарьё. Проснулась. Вроде дождик прекратился. Хотя еще так накрапало. Посмотрим это. Сортовала центр станция.
как оно выглядит. Карельский мост. Только пальцем убираешься. Ну, идем потихоньку в парк. Ля-пя-ярви. И чайка.
Обещают ясно, вот тебе наши ливни целый день. Обещают тебе дождь. Нет, дождь. Ну когда дождь, это значит дождь. Это когда ясно, значит дождь. Дождь все сильнее становится. Русский экспресс едет. Подождем. Сигналят, сигналят. Но оказалось, это не Рускеальский экспресс, а который курсирует по городу. Тоже интересно. Прибывает на станцию. Там, по-моему, открытые вагоны. Стоим, подождем. Поехал. Thank you.
идем в парк. Так, по идее, сейчас должны попасть на певческое поле. Если карты не врут.
пальці заструли, нікого. Хоч будь скажи це. Прикольно сделано. Интересно, что здесь было раньше? Напишите в комментариях. Судя по фундаменту, узкое здание. Потому что он уже лес. Влажность вообще. Техническая остановка. Смотровая площадка сверху. Лавочки новые. Гуляем дальше. Походу дело дождь на весь день.
воздух чистый-чистый. Основание столба, что ли? Какое дерево! Беседочка.
опасность усиливается. Трамплин. Виды шикарные. Старые финские ступеньки. Да, при такой влажности подниматься сложно. Thank you.
что дальше идет. А дождь идет, а дождь идет. Пойдем дальше. Выше. Интересно, кто-нибудь здесь количество ступенек считал? Тысяча девятьсот двадцать седьмой год. Подобно. Впечатляет. Это я не помню. Восстановленное здание. Недавно его восстановили. Забыл, что это. Сейчас, может, табличка будет.
Ты ж похудел, кончился. Обойдем. По мокрому грунту лучше не ходить. Хотя здесь тоже. Так, вот. Я спущусь по нормальному, пожалуй. Нормальному это так. А, там есть обходной путь, да? Так может скоро и рухнуть. Дождь опять начался. Thank you.
Это вау. Просто потрясающе. Красота. Интересно, куда я вышел? Наверное, с другой стороны. Ну да. Так, а вот скульптуру я не нашел. Значит, идем обратно. Смотровая башня тоже закрыта. Ну ладно. Пойдем заново с другой стороны.
это что за разрушенное здание? Заброшенное. Жёлк. Можно же восстановить. Непонятно, что это такое. Чтоб не в гору, а в обход. Ну, пойдем в обход. Конечно, прикольно придумали, но хотя бы выход бы сделали. Надо перелазить все это. Пришлось идти обратно. И сейчас буду подниматься в гору. Это здесь должно.
Ну что ж, посетил я парк. Все локации. Вот. Сейчас надо куда-нибудь еще сходить. Ну а так я сейчас на выход иду. Дождик не на шутку разгулялся. Пойду прогуляюсь по другой стороне Карельского моста. Смотрю, какие там достопримечательности есть. Так, и здесь какое-то здание разрушенное. Ну, почти разрушено. Что это такое? Печально, когда столько много исторических зданий в таком состоянии. Ценить надо. Сейчас такого уже не построят. Тоже что-то заброшенное. Судя по всему, проходная. Пишите в комментариях, что это такое было интересно. Хорошо так полил. Не все же время под солнцем гулять. Надо же и это. Под дождем тоже. Для разнообразия. В Выборге мне повезло. Дождей не было. А тут вот к
контраст. Хотя второй раз уже под дождь попадаю. Первый раз в Рускеала, в горном парке. Там еще гроза была. А тут без грозы, слава богу. А вот и паровозики. Пойдем здесь прогуляемся, посмотрим город. Кстати, в парке мне очень понравилось. Хороший парк, очень много интересного. Природа вообще обалденная. Классно там. Там какая-то надпись была, но, к сожалению, стерта. Финский дом, походу. Сейчас посмотрим по табличке. Немножко не то, но здание финское. Судя по пузырям на лужах, дождь долго будет продолжаться. Ну да, на улице Карельская вышла. Так, нежелательно на ту сторону перейти.
Ну вот, снова я у Ладоги. Блин, ну реально, отремонтировал. Классное финское здание. Но требует ухода, как и все здания. Тут деревянные дома. Вот, наверное, со двора, судя по всему. Красиво сделано, а как на кижах, на кижи. Остров Кижи, он же не склоняется, значит, как на кижи, кижи. Ну ладно, пойдем обратно. Блин, домик классный. Надо посмотреть, что тут рядом с мостом находится.
Так, а это что за здание? Кто подскажет? Метеор гонит. Что это такое? Пойдем через мост. Ну вот, узнал у Алексея, что это такое. Это финский пивоваренный завод. Не знаю, сейчас он функционирует. Но... Естественно, как финский вообще. Отдохнем немножко. Так, наверное, плохо видно. Здесь гостиницы Сеураконе.
1916 году останавливалась по приезде из Петрограда семья Рерихов. Историческое здание. Классное. Да и красивое. И старые здания все красивые. А сейчас, блин, хрень какую-то лепит. Сейчас сходим в дом Берга. И здесь водопады карельские.
вчера чизкейк был, или я что-то... Нет, чизкейк был. Да, цены, конечно, кусаются. Попробую второй заход снять, если, конечно, видно. Дождик почти закончился. Пойдем в ту сторону. Да, цены, конечно, кусаются. Попробую второй заход снять, если, конечно, видно.
дождик почти закончился. Пойдем в ту сторону. Такой вот турнапевец. Интересно, сзади тоже шкура медведя. ВФ Финляндия. А это может быть шведы или доллар. Шучу. Шведы, наверное. А может и нет, или север. Подскажите, что это может означать, буковка С. Кстати, интересная эмблема, похоже, как это современная электронная почта собака. Символ.
Соседнее здание тоже интересное. Зданию больше 100 лет.
Цены, конечно, кусаются. Хотел футболку купить. Цвета не было моего, да и самая минимальная цена 1500. Надо поискать другие какие-нибудь места, может, где-нибудь тоже футболки продаются. Надписи уже почти ничего не осталось. Надо бы восстановить. Печальный вид.
клетка земная появилась. А вот здесь рыбка продается вкусная. Я так понял, что здесь туристическая точка. И автобусы, и сувенирные лавки, и отели. На рынок сходить. Посмотрим, что там хорошего. Может, футболку все-таки найду. По доступным ценам. Увы, нету. Ну ладно. Какой туман над горой стоит. Раскричались, раскричались.
там вчера был я. Как раз я тропа была Авраама. Там сейчас все в тумане. Тут делать будут. Ну вот, когда я приехал в понедельник. Сейчас пятница, и вот уже поставили памятник. Сейчас посмотрим, кому поставили. На виды там красивые отсюда. На том берегу. Что ж, на этом я заканчиваю сегодняшнюю прогулку. Надеюсь, она вам понравилась. Завтра будет новая. Всем пока-пока.